Нелегал 2013 – вовсе не название престижного конкурса для гостей страны, а наименование спецоперации, которую с 23 сентября проводят сотрудники миграционной службы и ФСБ России по Ивановской области. Сотрудники спецслужб проверяют цеха, стройки и торговые точки, чтобы найти тех, кто работает в России незаконно. Первая же проверка центрального рынка дала результаты. 7 продавцов вещевой продукции, как выяснилось, трудились, нарушая миграционное законодательство. За 2 недели спецоперации аннулировано 41 разрешение на работу. У иностранных граждан составлено 38 протоколов за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации, 18 протоколов за незаконную трудовую деятельность. За каждого нелегала работодателя ждет штраф от 250 до 800 тысяч рублей.